Калара. О, Господи. Китайский кинжал очень древний. У отца в коллекции был похожий. 854 год до нашей эры. Пока ищейки вас не нашли! Выходите! Thank you.
никого не найдем. Тратим время. Что там? Древний китайский кинжал, примерно 100-й год нашей эры. С каких времен тут разбиваются корабли? Помощь!
Thank you.
почти современный, возможно, 18 век. Золотой карп должен был красиво контрастировать с черной лакировкой. Пятна крови. Этим ножом недавно пользовались.
Thank you.
Береговые стражи, нас ждут великие дела. Вражеский флот, стоящий сегодня на подходах к нашим берегам, станет последней попыткой вторжения на Яматай. Божественная ярость императрицы Солнца вызовет бурю, а мы оседлаем ветра, как верных скакунов, и уничтожим неприятеля. Грядущая победа — это только начало. На восходе нового дня свет нашей императрицы пересечет океан и озарит всю землю. К яматайцам он будет милостив, а наших врагов безжалостно сожжет. Ясно.
Сара, прости. Я тебя в это втянул. Я обещал твоему отцу в нашу последнюю встречу. Я поклялся ему заботиться о тебе, беречь. А что из этого вышло? Я навлек на тебя беду. И теперь ты обо мне заботишься. Знаешь, ты очень похожа на своего отца. Он был умнее, мудрее и сильнее всех, кого я знал. И он никогда не сдавался, как бы тяжело ему ни приходилось. Конечно, я переживаю за тебя. Но знаю, если кто-нибудь и сможет здесь выжить, то это ты, Лара. Что бы ни случилось, знай. Я любил тебя как дочь, которой у меня никогда не было. Я горжусь тобой. Thank you.
клетки, волки, как те в лесу. Они их разводят? Ты там, Лара? Алекс, я все утро вас вызываю. Мы вышли на берег. Катер в плохом состоянии. Без инструментов его вряд ли починишь. Твоя помощь не помешает. Вы начинайте пока, а я подойду. Будь осторожна.